Бендеры, форум кардиологов. Говорили об операциях на сердце, как спасать пациентов от инфарктов и инсультов. По статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний в мире каждый год умирают до 18 миллионов человек. Болезни сердца на одном из первых мест по смертности и в нашей республике. На форуме делились современными методами лечения. Перед врачами из Приднестровья выступил главный кардиохирург Молдовы. Выполняя 250-300 операций в год с летальностью 1%, это учитывая, что оперируются все пациенты, это и сложные клапанные патологии, и коронарные пациенты, и диссекция аорты, расслоение. То есть это хороший результат, мы можем делать абсолютно все операции. В Молдову на сердечные операции везут и пациентов из Приднестровья. С 2019 года у нас работает госпрограмма. И мы в год спасаем около 400 человеческих жизней. И это те, кто поступает уже с угрозой для жизни в наше лечебное учреждение. Вот идет на минуты, на часы. И у нас действительно для работы есть 6-12 часов. Пациент обращается в скорую помощь с выраженным болевым синдромом, ставят непосредственно диагноз и направляют незамедлительно с бригадой скорой медицинской помощи в клинике Кишинева. Для граждан Приднестровской Молдавской Республики это бесплатно, это оплачивает государство. В списке операций – замена сердечного клапана, шунтирование, стентирование. Говорили и о лечении пациентов с пороками сердца. Сейчас есть новые технологии, например, биологическое протезирование, когда для замены клапана сердца используют ткани свиньи или теленка. Я хотел уточнить, при биологических клапанах мы уже можем назначить прямые оральные антикоагулянты. После 3-4 месяцев убираем антикоагулянты. Врачи проводят такие встречи регулярно, будут и дальше обмениваться опытом.